Несколько дней назад на этом месте был пустырь. Пройдет еще пару недель, и эти дома можно будет сдавать под ключ. Тонкий слой шпаклевки только снаружи, в разрезе обычный пенопласт, обработанный огнеупорным веществом. С легкой руки японских конструкторов мягкий и хрупкий материал превратился в конкурента кирпича и бетона. Колонии пенопластовых коттеджей вырастают как грибы по отработанной технологии. На усыпанную гравием стройплощадку привозят уже готовые элементы стен. Быстро и, главное, дешево. Себестоимость такого дома без отделки в переводе на рубли не превышает 50 тысяч. Пенопласт – очень легкий материал. Поскольку основные части уже готовы, собрать их вместе не составляет труда. Куполообразные каркасы ставят прямо на землю, как палатки. Железные решетки, пожалуй, единственный инородный элемент конструкции. На них затем положат пенопластовые полы. Работать с пенопластом – одно удовольствие. В огне не горит, в воде не тонет. Сборка дома занимает не более 2 часов. Дальше начинается отделка, и это больше напоминает работу с детским конструктором. Например, окна просто выпиливаются в массиве пенопласта. Округлая форма – не просто дизайнерский изыск. В таком виде обеспечивается максимально эффективная терморегуляция, то есть летом они удерживают прохладу, а зимой тепло. Внутри пенопластом даже не пахнет. О том, что это не вполне обычное жилье, можно догадаться только если постучать по стене. Площадь этой квартиры 95 квадратных метров, но здесь нет дополнительных несущих опор. А благодаря свойствам пенопласта и особенности формы дома, для обогрева всего помещения достаточно одного кондиционера. Конструкторы также уверяют, что строительство домов в виде купола обеспечивает устойчивость при землетрясениях. Даже от сильных ударов эти стены не упадут. И усиливает аэродинамические свойства, чтобы не снесло во время тайфунов. Впрочем, людей, готовых переселиться в пенопластовое жилье, в Японии пока немного. При всех достоинствах этому материалу еще предстоит завоевать доверие покупателей. Но авторы новой технологии не унывают. Если верить их расчетам, срок службы пенопластового дома не менее 300 лет. Сергей Мингажев, Алексей Печко, Вести, префектура Кумамото, Япония.